Еще недавно все были уверены, что после 7-го места на чемпионате России в Саранске сезон для Евгении Медведевой завершен. До отлета в Канаду она пару недель провела в Москве, успев потренироваться в ЦСКА у Елены Буяновой и подлечить травмированную спину. Я не могу сказать, что раньше у меня не было волнения. Оно было у меня. Даже коленки тряслись перед стартом. Скажу честно, во-первых, за бортом стояли другие люди. Это тоже влияет. Иногда разминаешься, поворачиваешь голову, а там другой человек стоит, а потом думаешь, ну да, прошло довольно мало времени после моего перехода. Затем Медведева полностью залечила спину, вернулась в Канаду, приступила к тренировкам в крикет-клубе. Орсер, который приехал на чемпионат Европы поддержать Хавьера Фернандеса, в интервью четко дал понять, Евгения продолжает работать по плану и не собирается заканчивать сезон. Если от Российской Федерации... Итак, Женя, готовая соревноваться в любых условиях и готова доказывать, что она достойна быть в сборной.